Привет. Очень много ходит разговоров, но очень мало ходит конкретики, что такое депривация сна. Зачем она нужна? Как ей пользоваться? Что будет, если ты не будешь спать? Для чего это тебе? Почему это настолько завуалированное, что мы даже не можем понять, а надо ли это нам? И именно на марафоне «Депривация сна», который стартует уже совсем скоро, 2 июня, я расскажу, что такое депривация сна, откуда она появляется, какие процессы происходят в этот период, как мы можем спать левым либо правым полушарием. Почему, если мы это можем, почему мы не пользовались этим раньше? Почему нам про это никто не рассказывает? Почему такая волшебность просто в таком маленьком-маленьком аспекте, как убирание сна? А нужно ли оно нам? А не вредно ли оно для нашего организма? А действительно ли депривация сна лечит различные сложнейшие психологические расстройства? Да, именно на этом марафоне мы с вами проговорим о всех этих моментах. Это достаточно большой аспект нашей жизни, и это не просто депривация сна. Это переход в иные пространства, в иные миры, которые мы испытывали уже достаточно неоднократно. Но так как не было этого понимания, так как не было знания об этом, мы это отпускали и никак не могли провести рефлексию. Что же с нами такое происходило? Потому что как провести рефлексию, если мы не знали, откуда это? Именно об этом мы с вами поговорим на марафоне «Депривация сна». Именно там мы с вами сделаем несколько практик. Именно так мы узнаем, насколько у нас богат и разнообразен наши миры и почему у нас два полушария мозга. Как мы ими можем пользоваться в нашем физическом материальном мире? Присоединяйся. Уже осталось не так много времени. Я жду тебя.